Всем привет, с вами Пятница 7 и я Андрей. Сегодня мы с вами поменяем выключатель двухклавишный. Вот взяли такой выключатель. Тут, правда, не написано, чья фирма, где произведено и так далее. Будем устанавливать. Тут даже нарисовано как. Вход один, вот он. И два выхода. Чтоб не перепутать усики, которыми крепится. Мы на пружинках. Тоже очень удобно при монтаже. Начнем. Для начала мы снимаем клавиши. Подцепляем их и вытягиваем. Вот так вот. Дальше у нас вот отгинаем вот эти вот усики. Загинаем внутрь туда. Так вот, один. Второй. Да, тяжеловато. Загинается. Загинается. Вот так вот. Опа. Будем снимать их. Так же само снимаем. Вытягиваем клавиши. Вот они отгинаем. С одной, с другой стороны вытянули. Достаем. Да, тут монтажники по минимуму проводов оставили. Выключатель так и не вытянешь нормально. Даже не знаю, что и делать. Сейчас, наверное, пойду возьму эти самые наконечники. Может, что-то получится сделать. Но тут сильно короткий. Чисто тут немножко оторвем. Ну, будет немножко больше проводов достать, чтобы для скручивания удобнее было. Так, в связи с тем, что у нас тут очень короткие провода. Вот эти вот два. Мы их нарастим с помощью вот таких вот соединителей. А на провода оденем наконечники. Соединим. Так, думаю, такого нам вот достаточно будет. Поделим на два, напополам. Берем наконечник, провода скручиваем между собой и одеваем. Надо еще чуть-чуть отрезать больше. Изоляции убрать чуть больше. У нас вот хватило. Чтобы она у нас дошла до самого конца. Видно? Чуть-чуть обжимаем. Теперь берем проводок вот этот. Зачищаем. Сняли изоляцию. Сидим проводок длиннее других. Укоротим его. Возьмем наконечник. В таких соединениях лучше всего использовать наконечники, так как при соединении через соединитель такой, надо еще немножко снять изоляции, болтами при зажимании
мне раздавливают вот эти вот волоски в разные стороны. И они все вместе находятся. Контакт получается более лучший. Так вот берем, вставляем. Так вот смотрим, чтобы сильно много не вставить, а то видите, аж доходит под второй болтик. Вот где-то вот так вот ставим и зажимаем. Зажимаем хорошо. И делаем аналогично. Так, вот со вторым проводом будет немножко сложнее, так как он жесткий. У нас он был загнутый, нам пришлось кончик отрезать. Теперь выровняем. Второй провод берем. Проделываем те же самые манипуляции. Так, вот мы отделили все наконечники. Поудлиняли провода. Главный помощник. Заходишь? Сюзи. Сюзи, заходи. Ставили. И зажимаем. Так. Вот нормально. Тут и длины хватило. Вставляем сюда. Один. Так, ага, попустить надо. И сюда второй. И закручиваем. Расположить так, чтобы он контактами не касался. Вот так вот. Включим свет. Так, подожди. Работает. Так, теперь делаем вот эту. Просто так вот защелкиваем, надавливаем и одеваем клавиши. Это нет на защелках тоже вот, направляющих. Вот. Так вот, раз. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Спасибо всем. Пятница 7.